Проблему земельного участка близ поселка Талги обсудила руководитель Министерства по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова с представителями администрации Буйнакского района и Махачкалы, а также СПК Гунада Гунибского района, за которым много лет назад было закреплено право долгосрочной аренды участка. Однако, как показала проверка, свыше 1000 гектаров земель сельхозназначения остаются заброшенными. Зампред правительства приняла решение создать рабочую группу, в которую войдут все заинтересованные стороны, и выяснить, почему участок не использовался по назначению.